В 2016 году Лали устроилась на кондитерскую фабрику работать, где уже несколько лет трудился Геннадий. Они часто встречались, видели друг друга, улыбались друг другу, здоровались друг с другом. И уже тогда пробежала теплая волна, теплый ветерок любви, каких-то теплых чувств. К ним пришла любовь. И 20 августа Геннадий сделал предложение Лале. И она сказала заветное слово «да». «В присутствии ваших родных и близких я объявляю вас мужем и женой! Поздравьте, пожалуйста, друг друга крепким поцелуем!» Желаем вам, чтобы вы наслаждались каждым мгновением, проведенным вместе. Любите друг друга, цените друг друга, оберегайте друг друга. Наслаждайтесь каждым моментом вашей жизни. Желаем вам детишек побольше, здоровеньких. А мы вам всегда будем помогать и будем всегда рядом с вами. Любим вас. Дорогие мои дети, Генна и Лали, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам крепкого здоровья, счастья семейного, крепкой любви. Без любви никуда. Любовь спасает мир. Песни поет. И вам желаю всего самого-самого доброго и самого-самого прекрасного. Уважаемые родители, зажгите семейный очаг молодоженов. Передайте все тепло своих семейных очагов им. И пусть их молодой очаг разгорается и становится все ярче, теплее, как ваши очаги.